То есть там работают специалисты. Та зарплата, которая, значит, могла, значит, у них или была у них, ну, на эту зарплату практически никто не шел. И сложно найти людей. А здесь у нас ситуация, как бы, есть возможность по фонду оплаты труда как-то передвигать, там, смотреть, там, где-то сократить, допустим, где-то фонд оплаты труда будет побольше, сэкономленные средства, там, значит, можно отличившихся людей направлять.